Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон, и я как раз путешествовал вот тут, нашел покемона босса Нидоран Фемейл. Красный, ни хрена себе. Так, иди сюда, иди сюда. 91 уровень. Сейчас мы его забабахаем, конечно же. Ой, что-то не попал ты. А он у нас конфьюженный, да, как я понял? Ух ты, ни хрена себе. Сейчас мы Молтресом. Ух. Так, Мунстон. Вот это охренеть. Вот это круто, круто. Ага. Так, давайте мы пропишем тот-то дайл. Отлично. Так, где у нас дом? Где у нас дом? Чё-то я потерялся как-то. Ага, дом у нас вообще в той стороне. Значит, побежим мы туда. Нужно словить кто-то дайла. А по поводу Заптуса я вообще не уверен. Я говорю, я не уверен, что он вообще заспанится, потому что, ну, не знаю. Заптус вообще какой-то такой покемон, что хрен спавнится. И дождь там пусть идет, и гроза, и вообще, будь ты хоть... Форест Хилле, но чё-то он хрен заспанится. Кстати, я еще одного вижу покемона босса. Если он в шахте, если это Гравеллер или Джиодуд, не буду я туда идти. Но, нет, это красный Голден. Отлично, отлично. Так, давайте. Ну пофиг, давайте Молтреса на водного покемона. Это конечно же, глупо. Нет, тентакул. Ах. Ладно. Я думаю, и так убьем. Ну да. Пару атак, конечно же, но убьем. Три атаки. Ну нормально, нормально. Фу, отлично. Так что давайте сейчас давайте, не знаю, кого можно выложить в компьютер. Не знаю. Ну, в принципе, Тентакруэль, Крокорок, он у нас прокачанный был. Синдаквил, я его уже прокачал в Крокорока. Так. Давайте поставим его, давайте поставим Тентакруэля. Кого бы взять? Ну давайте посчитаем, кого можно тут еще прокачать. Тут в первом ряду уже вообще никого. Тут уже все прокачаны. Тут Випинбелла. Но это еще нужно камень, да? О, кстати, сейчас покемон босс. Если он под землей, я не буду туда идти, но он не под землей. Так что давай, Пиджи. Как раз огненной против Пиджи отлично. Да. Угу. Так. И кого мы еще тут можем прокачать? Сикинг нет. Дито эволюции не имеет. Пинсир тоже. О, Гравеллер. Ну, Гравеллер... Это нужно использовать гейммод. Покес. Нет, это нужно нам... Ну, считайте... Гравеллер я уже никак не эволюционирую. То бишь, нужно трейд-машину, а это нужно два человека, да? Ну, в принципе, я могу зайти с второго компа, но... Потом как-то с этим разберемся. Кого тут еще? Райдон нет, как будто. Вот этот Слурок, я не знаю, есть ли у него эволюция или нет. Ну, в принципе, тут уже никого нету, кого можно прокачать. Дорогие друзья, если тут кого-то можно прокачать, но я его не вижу, то напишите, пожалуйста, кого еще можно прокачать, кто еще вообще имеет эволюции и как они имеют эволюции, если не имеют эволюции. То бишь, с уровнем счастьем или же с камнем эволюции. Так, Генгер, этот нет, нет. Элики, давайте попробуем, может он уже эволюционирует в электробузы.
Может, уже сделали эволюцию. Да все тут уже все и прокачаны. Уже все прокачаны, дорогие друзья. О, покемон босс. Так, тогда осталось Тотодайла и осталось Забдуса. Ну, давайте еще посмотрим, каких покемонов у нас нету и каких можно словить. Лапрас у нас нету. Кого еще у нас нету? Метанга у нас нету. Вот, метанга у нас нету, тоже нужно будет его словить. О, еще один красный мачоп. Кого еще у нас нету? Нумел у нас есть, мы его словили. Ну, отлично. Так, о, это что бы выкинуть? Давайте пойдем домой. А, хотя нет. Сначала лучше покушать. Портнуться я могу, но оно тпшится как-то чуть-чуть выше, чем не на землю, а чуть-чуть выше, то бишь можешь умереть. Так, кого прокачать? Давайте мы все-таки Иви вызовем, пусть она за нами бегает. Что-то я всегда забываю. Кого еще у нас нету? А фиг его даже знает, честное слово. Ой, вот твою. Вы видите, как ты пешится в воздухе. Так, сколько нам еще нужно камней? У нас тут есть 6, то бишь нам еще нужно 3, да? Ну, пойдем искать. А пойдем мы искать. Пойдем мы искать вот сюда. Ух ты, вот ты пешнулся. Так, чё, никого нету? Да, вот сейчас действительно нужно на мини-карту смотреть. Так, Иви. Иви. Вот. Давай бегай за мной. Ух, покемонов нужно бы прокачать, но... Ладно. Так, кто у нас там? Кто туда? Отлично. Будем пытаться его найти. Так, что я хотел? А, мне еще 3 вот этих нужны, да? Камни, камушка. Ни хрена себе вас тут. Так. Пойдемте в зимнюю биомку, наверное. Ух, извините, машины там гоняют. Может, слышно очень, не знаю. Так, Иви, ты за мной? Да. Плыви, плыви. Ну и... Воу, извиняюсь. Извиняюсь, дорогие друзья. Твою... Сейчас, секундочку. Так, все. Извиняюсь, дорогие друзья, действительно. Забыл выключить. Так. Так, Иви, ты за нами? Не умираешь там в воде? Умирает. Что-то я не увидел даже. Ладно, успели спасти. О, кстати, покет-центр, отлично. Пойдем мы вылечим наших покемонов. Пойдем. Так. Спавнятся они, конечно, заманчиво. Так. Сейчас мы вылечим наших покемонов. А, и Ликит у нас еще есть.
Ой. Так. Побежали, побежали, побежали искать то-то дайло. И камушки, камушки. Чё-то я забыл как-то про камушки. Кстати, вот. Ух, ни хрена себе. 47 уровень. Так, пойдем, пойдем, пойдем искать камушки. Фу, если, конечно, найдем, они вот так спрятаны уже, как бы поменяли их текстурку, хрен найдешь. Пока что я не вижу. О, Джиглипуф, он у нас уже есть, да? Да. Джиглипуф, потом Вигли, дождь. О, как раз мы Форест Хиллз. Как раз мы в Forest Hills. Что мне делать? Давайте мы пока что как раз тут побудем. И как раз вот тут поищем камушков. Камушки. Вдруг повезет и Забда заспавнится, да? Так, камушки, 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 камушки. Пока что... Пока что я не вижу камушков. Не вижу. Иви, ты чё там делаешь? Умираешь опять? Так, мы Forest Hills, да? Да. Камушки, камушки, камушки. Иви, да ты суицидальная Иви. Так, ну, как раз побудем в Forest Hills. Вдруг фартанет. Хотя я представления не имею, спавнится ли... Ну, спавнится это понятно, но... Понятно, что не очень часто, да? Это же Забдос. Да твою. А давайте мы все-таки лучше пропишем. Как помните, Райкваз заспавнилась и даже не написала, что она заспавнилась. Вот такая же хрень может и... Ву, еды у меня вообще уже нету. Еды у меня уже нету. Это не очень... не очень таки классно. Так, Forest... Нет, это не Forest Hills. Forest Hills у нас где-то вот тут, да? Приблизительно. Да, Forest Hills. Давайте мы заберемся вот сюда. О! Че, не поднимается? Нет места? Угу. Так, сколько там у нас есть дома? Сколько у нас дома есть штук? Шесть, да, вот. Уже седьмая, то бишь еще две. Так, мы в Forest Hills, отлично. Так, камушки, камушки. Камушки. Чуть я не вижу никаких камушков. Вот их сложно найти. Я помню, раньше их кучами было. На каждом дереве по пару штук. А вот сейчас... Не вижу, честное слово, не вижу ни одного камня.
Не вижу. Капут. О, Forest Hills, отлично. А. Капут. Ну, по поводу Забдоса я говорю, это ну просто нереальный покемон, чтобы заспанился. Я не знаю, но лично я еще никогда не видел, чтобы он спанился. Никогда. Вообще нигде. Ну вот в таких условиях он спанится, да? Ну, только когда еще молния. Вот сейчас молнии нету. Вроде. В принципе, все, дорогие друзья. Давайте на этом все-таки закончим эпизод. Давайте продолжим. В следующем эпизоде я как раз вот тут и продолжу. И, в принципе, все, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем удачи еще раз. И всем пока.